грузинский марш собирается идти в направлении Амирани. Полиция мобилизована, однако они не изначально сказали, что не пустят участников марша. Сандро Брегати заявил, что таким образом они нарушают их права, так как они имеют право перемещаться свободно. И в том случае, если их количество превышает необходимое количество демонстрантов, то они имеют право перекрыть тротуар. Сейчас вы видите, как они создают живую цепь и направляются в сторону кинотеатра. Да, здравствует Грузия. Хочется отметить, что несколькими минутами ранее они сожгли флаг ЛГБТ и сказали, что будут бороться за Грузию без мужеложства. Приближаются к кинотеатру, там их встретит полицейский кордон. Вы слышите, как они сейчас скандируют «Грузия»? Входа в кинотеатр. Сандро Брегати обещал, что они будут препятствовать показу фильма в мирной форме. Посмотрим, как именно они собираются осуществить свой план. Грузинский марш уже почти подошел к полицейскому кордону. Thank you.
Сандро Пригадзе призывает администрацию кинотеатра отменить показ фильма, который пройдет через пару минут. Субтитры сделал DimaTorzok.